Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на серии Poke World Special. И, ребята, сегодня у нас еще один человек выиграл бесплатный пропуск. Давайте же сразу его объявим, да? Так, где у нас вот эта доска? Объявление, что-то я заблудился немного. Так, не тут. О, вот, вижу. Побежали, ребята, туда. Извиняюсь за то, что видео немного вышло с опозданием, но... Все же. Ладно, ребята, давайте. Давайте-ка мы быстренько его объявим, да и все. Так, ща. Так, ребята, извиняюсь за то, что если не вы это выиграли, потому что вы сами понимаете, когда там 130, 150 или там, ну, 100, допустим, да, участников участвует в розыгрыше бесплатного пропуска на сервер, то, что выиграете именно вы, ну, не совсем вероятно, потому что 100 человек, и поэтому... Так, тут 20, 30, 30 ноября. Но, ребята, за то, что, если сегодня, например, ща, дайте мысль уловлю, сегодня же у нас 11 декабря, 20 декабря у нас еще один человек выигрывает бесплатный пропуск, или... Или может два, потому что как бы Новый год там близится, да, поэтому может два человека выиграют бесплатный пропуск. Или, например, хотя да, допустим, два человека, да, выиграют бесплатный пропуск. То есть тут будут у нас 10 декабря, тут у нас 20 и тут 20, как и тут, да, 30 и 30. То есть каждая вторая, нет, каждые вторые 10 дней, то есть можно и так сказать, да, потому что тут 20, потом идет 30, 30, потом идет 10, потом идет опять 20, 20. Будут два человека выигрывать бесплатный пропуск. И, ребята, 30 декабря, то есть за день до Нового года, до 31 декабря, у нас, знаете, подумать, как думаете, ребята, сколько человек лучше, чтобы выиграло пропуск? Ну, допустим, 5 или 10, 10 я не знаю, слишком ли это будет, но... Например, то есть сегодня, 11 декабря, можно считать за вчера, один человек выиграл пропуск, 20 декабря выиграет два человека пропуск, а потом в честь вот этого, в честь Нового года, 30 декабря выиграет где-то 5 или 10 человек бесплатный пропуск на сервер. Как думаете, нормально? И напишите в комментарии, что лучше, ребята, 5 или... Ну, понятно, что 10 лучше, но все же. Так, 20 декабря, давайте, ребята, 10... ноября, не декабря. Так, тут декабря. И бесплатный пропуск выиграл. Ребят, извиняюсь, если не вы, потому что сами понимаете, но все же будут дальше большие розыгрыши вот этих пропусков, поэтому участвуйте, можете выиграть. Супер Дино! Если, ребята, он не зайдет на сервер в течение 3 дней, то есть до 14 где-то декабря, если он даже не ответит ВКонтакте, то тогда он будет изъят отсюда и добавлен будет другой человек. Потому что, если ты участвуешь, ты должен играть на этом сервере. Так. Так, ребята, ну что? Вот, ребята, наш победитель Супер Дино, я ему уже написал, что ты выиграл пропуск, да, если он не зайдет, то есть я ему написал уже 10 числа, сегодня уже 11, если он не ответит до 30, какого 30, до 13 декабря, да, то я извиняюсь, но если ты выиграл пропуск, ты там участвовал, ты там заполнял заявку и участвовал, то ты должен зайти на сервер и играть тут, если ты выиграл пропуск. Так, это кто там, Шайни? Сваблю. Ну, я знаю. А где он? Это что еще такое? Привидение! Что это вообще такое было? Только привидение, только вот так объяснить можно. И где ты? Ух, и как мы тебя сейчас догоним? И как мы тебя сейчас догоним? Где ты? Опа, стоять, стоять! Во, только фиги, у нас твои... А где мои все покеболы? Охренеть. Да. По-другому мы... Ладно, давайте попробуем. Где мои все покеболы? Я сейчас, ребята, дом покажу. А где мои все покеболы? Вот они. Так. Вот. Отлично. Быстренько домой. Так, это уже можно выключить.
Где они были? То, вот тут она была, точнее. Побежали быстренько. Извиняюсь. Ну поэтому, ребята, если он до 13 декабря не ответит, я извиняюсь, но я изымаю у него пропуск на сервер, и тогда разыграю еще раз и дам кому-то другому. Вряд ли, конечно, что она тут осталась, потому что... Да. Но все же, ладно. Прокакали да прокакали, то есть это такое, сваблю. Ну да ладно. Ребята, смотрите, я тут еще один домик построил. Я тут все украсил уже деревьями, чтобы не было тут пустоты. Украсил травой, да, то есть чтобы вот так было. И уже новые елочки, да, поставил. Новый год же. Но еще не на всем спавне, а только вот тут. И. Как видите, ребята, то что... было два же дома. То есть все, уже места нету. Там уже живет три человека вот в этих трех домах. В этих трех домах. Домах. Уже тоже три человека живет. Опа. Ладно. Не будем шариться по чужим сундукам. О, это куда я выкинул? Так. Давайте тогда вот так. Поэтому, ребята, в принципе, вот еще три дома, где нигде, а которые будут разыграны трем людям, да, которые будут тут жить. Но до Нового года, мне так кажется, я еще таких домов тут скопирую и поставлю еще за этим еще один, потом там может еще один, и на Новый год, вот видите, я уже тут место так приготовил немного. И на Новый год, ребята, будут разыграны не один дом, то есть не каждую неделю один дом, а на Новый год у нас будут разыгрываться там два, три, да, да, давайте три дома, то есть смотрите, на Новый год у нас будет разыгрываться 5 или 10 пропусков и три дома, то есть мне кажется нормально. Также я потом, может, сделаю так же, как домы продавать, да, так же, как домы, но только не домы, а обычную территорию, то есть сделаю там территорию, запривачу ее. Без домов, да? И буду раздавать людям, но не тем, кто выиграет эту территорию, и не тем, кто ее купит, а просто по приколу. То есть, захотели территорию, я вам раздал. В этом себе стройте дом, как, который вы хотите. Потом еще один, кто-то там вам захотел, я ему дал. И вы себе тоже стройте дом, как, который там хотите, и все такое. Потом будем смотреть, какие там домы строят, и все такое. Ну, это уже такое, знаете... Что, чтобы мне меньше строить вот этих домов и раздавать людям, чтобы они тоже себе какие-то строили. Тут уже, смотрите, у нас уже такой поселок красивый. Такие три дома. Офигенные. Мне так кажется. Ну, да ладно. Так, ребята, давайте идем домой. Быстренько. Я немного уже его улучшил. Ну как, чуть-чуть. Я это все сам строил, то есть без гейм-мода. Но чуть-чуть, тут больше такого ничего нет. Он тут двери и были. Так, что-то я забыл, наверное. Ну, сама суть, что вот я уже это все сделал, и пол я сделал, и тут я сделал, видите, уже это все с этого блока, с брикса. Так, я уже сундучок себе тут поставил, давайте вот это заберем. Это, кирочку, это, и вот это, и вот это, отлично. Сейчас, ребята, о, и тут, о, отлично. Конечно, лучше бы было нам, ребята, еще за угольком сбегать. И смотрите, что я тут... Вот это нужно, вот эту хрень убрать. То есть на один блок, потому что... Топать-то хреново вот так, каждый раз с башкой бьясь. Вот, вот это биться об один блок, который заниженный. Поэтому давайте так сделаем. Я уже тут, ребята, поставил ступеньки, чтобы нам быстрее спускаться, быстрее подниматься. То есть ступеньки много не стоят. Я набил себе вот стак каблстона и сделал себе там стак или полтора ступенек. И вот сейчас, ребята, мы уже можем подниматься вот так очень быстро. Нам действительно еще, ребята, нужен уголь, чтобы вот это все пережарить, переплавить. И сделать себе уже домик какой-то самому, то есть без гейммода. Не нужно говорить, что я с гейммодом что-то строю или еще что-то. Так. Ребята, успейте, успейте до Нового года или купить себе дешевый пропуск на этот сервер, или попытаться выиграть его. Потому что на Новый год у нас будут, если так подумать, на Новый год у нас будут разыгрываться... и...
и 3 дома, и 5 и 10 пропусков. Ну, если там, например, 100 человек участвует, то тоже, даже если 20 пропусков разыграть, то не суть, что именно вы его выиграете, но все же попытаться можно. Потом на Новый год у нас тут будут разыгрываться и обычные покемоны, и там шайни, там Дратини или шайни Риолу и все такое. Я тут уже, как видите, небольшую пещерку нашел. И шайни Дратини, и шайни Риолу, и остальные. То есть такие нормальные покемоны, которые, в принципе, ценятся, да? Поэтому, ребята, и не только шайни, а и легендарные у нас будут разыгрываться. Там может даже шайни Мьюту или шайни Мью и все такое. То есть, если хотите, ребята, можете успеть купить пропуск или выиграть его. Ну, выиграть это не от вас зависит, но все же. Чтобы успеть на новогодние там розыгрыши и все такое. Так, ресурсы нам, в принципе, тоже нужно добывать, потому что их можно будет продать. Так, давайте еще сюда, ребята, заберемся. Быстренько. Опа. Это что тут в моей пещере? А, я же невидимый. Я же в этом ваниша, и меня никто не... А что он вообще в моей пещере забыл? Пишет, кто тут? Я не буду отвечать. А чё он вообще, как он вообще сюда пробрался? Тут же блоки ломать нельзя, это же спаун, только я могу и те, кто в спайне находится. А он сюда как-то пробрался, наверное, просто спустился через мой дом, искал тут что-то. Шпионы, он же нас не видит. Нужно там себе какой-то вход получше сделать, чтобы никто вот так не заходил, не выходил. Потому что это хрень. Ну иди ты уже. Ну, ты никак не угомонишься. Ладно. Во, все потопал. Сейчас опять спустится, смотрите. Сейчас опять спустится, нет? Что они тут в моих шахтах забывают или в моем доме не спускается? А то я такой копаю, он смотрит, нифига себе. Пойдем. Зараза, а. Ничего тебе тут нужно? Какие там оскорбления? Ща. Ну, ладно. Пока он не видит, я себе тут железо добуду. Не идет сюда, не? Шпион! Пришел, кто-то его послал шпионить сюда. В моем доме в шахте. О, как раз уголек нам нужен. Не смотрит, не идет. И нет. Нужно смотреть, он сейчас придет, видит, блоки тут сами ломаются. Подумать, нифига себе. Так. Опа. Не палимся. Без палева. Так, ну чё, там ушел уже, не ушел? Ну? Чувак, ну харе уже тут шпионить. Тебе чё, заняться нечем. Люди, Эдисон может тут под ванишем играть? Нет, конечно же нет, конечно. Откуда? Да ну. Ты чё? Конечно нет. Ты кто тебе вообще такой глупый сказал? Вот ты выдумщик, а? Ты прям что-то вообще сам запутался. Нет, такого не может быть. Просто, о, это кто там? О, да даже тут диглиты. Конечно, я тут не могу играть под ванишем. Кто тебе такой сказал? Кто? Как ты вообще посмел такой подумать? Все, иди нафиг. Шпион. Ходит тут, да, проверяет, кто тут играет. Так. Опа, опять спускается. Он так проверяет, знаете, ребята. То есть, он смотрит, что тут,
запоминает, как какие тут блоки ничего ли не сломалось, потом убегает, чтобы я продолжил копать. То есть, а, все, я убегаю и продолжаю себе копать и все такое. Он убежал, я продолжил копать, тут сломались. Пару блоков он прибежал. Ага, этих блоков уже нету. Он уже скопал что-то. Так, ладно. Опять убежал. Во, вижу его ник. Потопал быстренько, ребята, себе уголь выкапываем, а то сейчас шпион опять прибежит. Смотрим, ребята, смотрите на карту, идет ли он или не идет, или он что под шифтом там ходит. Ща. Он стоял и тут выжидал меня, пока я приду и в шахте буду уриться, да? Так, слушаем. Вроде все. Вроде надоело уже ему. Сейчас проверим. Это что тут? А, я думаю, что тут такое? Так, сейчас быстренько проверим. Не, он уже убежал. Шпион, а? Так, ладно, все. Сейчас можно спокойно пойти в шахту и не бояться то, что нас заметят, да? Так, вот так быстро, в принципе, да, спускаться можно. Так, где мы были? Мы тут были. Нужно бы себе факелы сделать, а то... Да твою ж, нужно какой-то подъем тут лучше сделать, а не вот такое. Так, ну у нас дерева нету, чтобы себе факелы сделать. Ну, ладно. Потопали дальше, ребята, быстренько. Так, тут ничего. Вот тут что-то есть. О, уголек. Нужно, ребята, себе немного угля добыть. О, чувак. О, смотрите. Это я где? А, это у меня дом так под это идет. Это ли он? Это... Нифига себе, тут система шпионить можно тоже. Нет, это они вряд ли, конечно, идут. Он что, друга своего позвал или что? Вы что, издеваетесь, ребята, что ли? Давайте проследим, куда они топают. Мне самому интересно. Нифига себе тут ресурсов. Можешь себе потом подобывать. Шпионы. Куда они вообще хотят идти? Чё они ищут? О, сам себе в ловушку загнал, чувак. Ну, и сейчас чё? Мне то пофиг, я домой сейчас и пэхнусь. Опа. Так, быстренько спускаемся, следить за шпионами. А то видно они чё-то там... Да иди ты отсюда. О, я вижу ник. Вот стал на проходе, а? Не пройти, не вылезти. Так. Вот так, отлично. Сейчас потопали. Где они? Опа, вот. Мой уголь. А чувака, паника. Кто? Кто поднял мой уголь? Так, ладно. Ну иди ты уже, дай мне ресурсы подобывать нормально, спокойно. Тут их столько, мне бы как раз они пригодились. А ты тут ходишь, бродишь, колободишь. О, тпхнулись. Один тпхнулся к другому. И сейчас ему показывают. О, слушай, я, короче, тут уголь выкинул. Тут уголь было, кто-то пробежал и его поднял. Я не видел, кто это был. Так. А может они там в чате переписываются? То есть в ЛС. Все, убежали уже? О! Они думают, что... Они сейчас ходят на шифтах и просто думают, что вот я сейчас там вылезу, звонишь, и продолжу копать. Потому что они что-то... Они подозревают, тут какая-то аномалия. Вот смотрите, убежали, сейчас вернутся на шифтах. Или они еще убежали, еще попробуют вернуться. Только на шифтах.
А ну, смотрим. Они, короче, знаете, он тэпэхнул своего друга и показал, что вот там был уголь, ну, кто-то пришел и его забрал. Потом выбежали за угол. И думаю, что во, я сейчас там продолжу копать, и они сейчас на шефтах придут и посмотрят, что я там копаю. То есть не увидят, придут на шефтах, и я не заметю, что они там. Вот смотрите, смотрите, побежали вверх, я сейчас опять начну копать, да, они сейчас вернулись и... И сейчас заметят, да, где я копаю. Во, во, давай, давай, ищи. Ищи. Давай, давай. Где я могу быть? Чё я поломал? Вот знаете, по приколу, давайте-ка мы тут факел сейчас поставим. А они придут. Нифига себе, тут же факела не было. Откуда он взялся? Я возьму себе, ребята, один факел. Так. О, давайте его поставим. Ну, я не знаю. Сейчас. Ждем. Ждем, ребята, шпионов. Это даже вот на карте можно так шпионить. Вот. То есть тут же показывают людей, где они бегают. Во. Один с другим бегают, разведывают тут. Ща придут, а там факел стоит. Такие, ни хрена себе, откуда там факел взялся. А, или им пофиг. То есть было темно, стало светло, им пофиг. А, не, во, смотри, смотри. Смотри. Они просто, ребят, меня не видят, я... О! Точно, ботинки же тоже еще нужно снять. Они меня не видят, то есть они, видите, бегают. О, смотри, смотри. Сейчас я сломаю факел. Убегайте, убегайте. Сейчас поиграем с вами в шпионские игры. Я вижу, вы очень такие большие шпионы. Так, ладно. Давайте, давайте. Все, смотрите, смотрите. Все, уже тут не светло. Уже кто-то сломал факел. Опа, пропал факел. Аномалия. Все. Чувак, в недопонимании, кто тут ходит. Все, истерика. Потерялся в мире. Все, уже не знает, что делать. Так, сейчас его друг должен прийти посмотреть, что... Нифига себе, точно, факел же пропал. О, все, нету факела. Пропал. Смотри, 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 был факел, нету факела. Сейчас давайте опять поставим. Сейчас. Типа они убегают, типа, о, все, мы пошли домой, мы больше. О, все, на шефтах, смотрите. Этот на шефте, этот вернулся и такой думает, что. Так, шпионские игры. Так, все. Все, уже ничего не поменялось. Уже все нормально. О, давайте, ребята, где-то тут алмазы поставим. Смотрите. Давайте возьмем. Я не себе беру, не смотрите, что я себе беру просто. Я их потом и так заберу, но все же, чтобы просто по приколу поставить. Вот, где-то вот тут. 1, 2, 3. Или 2. Все, они типа убежали. Так, а где алмазы? Они типа убежали, да? Я это потом заберу, ребята, я не буду это поднимать, просто по приколу. О, да я их даже на карте вижу, вот они. А, все, 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 мы вернулись, да? Что там, что поменялось? Так, ладно, давайте проверять. Что там, кто там? Сейчас только он увидит алмазы, ребята. Он сразу же тпкнет своего друга. Нифига себе, смотри, алмазы появились. Откуда? Сразу копать. Дайте мне алмазы. Он же скопать никак не сможет. Но сразу друга своего тпкнул. Ух, нифига себе, откуда тут алмазы появились. Сразу копать, сразу рейть. Потому что, в принципе, 38-я высота, да, тут уже алмазы стоят. Так. Ну.
Откуда? Откуда? Это нагло, чувак пишет, что нагло. Ну? И чё они хотят? Ну? Что-то ищет, что-то ищет. Так, ладно, давайте вы топайте, я назад это поменяю. Так, все, все. Тот типа уже ушел, а там, наверное. А, все. Этот уходит уже, ребята. Это там ща на шифте придет. Смотрите, ща на шифте. Блин, херобрин какой. Пойдет другой на шифте, мы его не заметим, да но. Вы, короче, ребята, сами не знаете, что вы хотите. О, да, все. Че тут? Ну все, давайте уходите, я поменяю это обратно на обычный камень и хватит. Может, на этом уже заканчивать эти шпионские игры. Так, быстро-быстро меняем. Все, все. Давайте еще посмотрим. Тут уже куда-то убежал, так я весь все алмазы поменял, да, вроде все. Так. Ну чё вы там? Во, все, возвращается. Сейчас он только увидит, что алмазы пропали, сразу о, уже тпхнул своего друга. Алмазы пропали, не может быть. А где алмазы? Где они делись? Да ну. Так, ладно, все, возвращаемся. Давайте тут вход сейчас. Все. Не вылезут. Так. Сейчас давайте тогда сначала мы проберемся. Выберемся, точнее. Всё. Это потом тоже, ребята, удалю. Смотрите. О, тут там еще уголь, я как-то не заметил его сразу же. Так. Социал. А как? Как? Откуда? А кто закрыл выход? И все, все, все. Ребята больше не выберутся отсюда, только домой тпхнутся. Это нагло. Второй раз. Это нагло. Поставил алмазы. Это нагло. Закрыл выход, чтобы они не вышли. Это нагло. Все. Больше уже никак, да? Все. Все. Вам не выйти, ребята. Ладно, давайте уже мы вернемся домой, а то тут эти шпионские игры. Давайте, ребят, на этом закончим. Там у нас пленники, или как это можно назвать, остались. Давайте, ребят, на этом закончим. Успейте купить пропуск или выиграть его до Нового года, потому что там большие розыгрыши будут. И, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Что-то я вообще заговариваюсь. Всем удачи и всем пока.